Привет, Баба Вера, опять с вами. Ну, короче, мне тут скинули, я Нурминского, послушай, я его слушаю. Я его все, наверное, песни слушала, переслушала. О, и тут у него новое, я еду в Порш. А что, наверное, ошибка, в Порше. Или Порше. Ну, как всегда, бабушка ударение не туда ставит. И я понимаю, некоторые меня так бесят, когда ты неправильно говоришь. 60 лет говорю, всем было правильно. А теперь неправильно. Извините меня. Вас сейчас в школе поменяли ударение и считают, что изменили язык. Кто сказал, что это правильно? Я считаю, что раньше мы учились правильно, а сейчас вы неправильно учитесь. Так что я еду в машине, я скажу. Ну что, давайте послушаем. Не обижайтесь, я шучу. Бабушка-приколистка. Поехали. А я еду в Порш, Поршка. Света нет, дорбалом машин, часто царапают, и могу отыщу жизнь. На перекрестках бедолаги, клянчу с грош, а я все наблюдаю, а я еду в Порш. Большие города, мегаполисы, крупные дела, кого-то не нашли, все еще бега, кто-то арестован, кого-то под залог, кому-то возвращает долг, уже третий год, жуть и гонят, коленки в дрожь, а я все наблюдаю, а я еду в Порш. Давно мы тебя ждали, Нурмин. А что ждать-то? А потом я на районе движух выстраиваю. Я же тебе говорил, все равно всех поймать. Давайте, забирайте его. Так,
товарищ генерал. Он едет со мной. Куда, товарищ генерал? В Москву. Парни в черном уже в деле. Все будет, как мы хотели. Куда тебе? Сопроводит хоть до небес. Размер не важен, значение имеет вес. Парни в черном уже в деле. Все будет, как мы хотели. Куда тебе? Сопроводит хоть до небес. Размер не важен, значение имеет вес. Размер не важен, значение имеет вес. Круто, круто. Ну, знаете, сразу в гелике катался он. Я уже и сама на гелик подсела. Ну, денег нет купить нормальный. Купила хоть игрушечный, на радиоуправлении гоняла. О, а тут надо же. Все пересел он на Порш. Ну и что? Я за ним не успею. Попробуйте. Ему, может, там друзья подгоняют. А у меня нет таких друзей. И что мне делать? Ой, так и помру, не покатавшись на Порш. Ну, это так вот. Клип так. Не очень мне зашел как-то. В конце вот мне аж даже больше понравилось. Это, наверное, реклама какая-то. Но хотя вот... Клип такой вот, как в жизни, знаете, он едет на Порш, а кругом вот разруха, это грязь, вот это, ну, в жизни как, а в машине этот, как его, ой, как же это, дупл, да, или как, ну, как-то так вот, этот наряд, костюм этот, где он его нашел, ну, мне зашел, или это коронавирусу при этом. Купи костюмчик, одел и лицо, и полностью не надо ничего. Все защищено, все это. Наверное, по-современному. Где же ты его достал? Я бы тоже себе прикупила. Вышла и пошла спокойно. А так, говорят, пенсионерка, сидит дома, не выходи. Я как дура сижу дома. А то по делу, никто, во-первых, не видит, пенсионерка или молодая пошуровала, да и все. Короче, так, клип. О, а я думаю, что он часто машины меняет. Может, уже пора пересесть на велосипед. Вот валим на гелик, и мне вообще его зашло. А это не очень. Так что неплохо, неплохо. Ну, послушала бабушка. Так, ну ладно. До новых встреч. Не забывайте, что на бабушку тоже надо... не подсаживаться, а лайкать, нажимать на колокольчик, как положено. Так что пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.